Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. То, что делает Азербайджан, это не тактика, это стратегия. Перекрытие Нагорного Карабаха – это тоже не тактика, а стратегия. Это принятое решение. И азербайджанцы это делают довольно последовательно. Собственно говоря, для этого они переносили дорогу. Не всегда понимают, ну, по крайней мере, широкие массы узкого круга, да, о том, что то, что для Армении вопрос первостепенной важности, экзистенциальный вопрос, вопрос выживания Карабаха, это для Армении экзистенциальный вопрос. А для России это часть чрезвычайно широкой мозаики, причем не самая крупная часть. Тут важен момент, а не то, что сказал господин Лавров. И те, я бы сказал, обиды, которые есть в Армении, они тоже ведь связаны с моментом. О том, что просто, чтобы Россия отсюда ушла, то, что говорят в Азербайджане, в Армении, для того, чтобы это говорить, мне трудно представить, кем для этого надо быть. Добрый день, Александр Максович. День. Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. Александр Максович, как вы видите исход блокады Лачинского коридора? Вот уже около 2 месяцев Карабах находится в блокаде, и армянские власти говорят, что это зона ответственности российских миротворцев. Не считаете ли, что это также ответственности и армянских властей на практике какие-то действия применять для того, чтобы побыстрее открылся бы коридор? Как вам видится в целом? Формально это, конечно же, зона, за которую ответственны миротворцы российские, потому что, по соглашению от 9-10 ноября 2020 года на этой территории они должны обеспечивать свободный проезд и грузов, и людей. Но это только формально. Реально, конечно, тут есть много довольно факторов, влияющих на то, что происходит. И, конечно же, Армения в это вовлечена, она не может не быть вовлечена. Идет, судя по всему, довольно активный, но закрытый переговорный процесс. Этот переговорный процесс идет между русскими и Азербайджаном, официальным Баку и Москвой. Но понятно, что Москва свои действия обсуждает с Арменией, а Армения свои действия должна обсуждать с Арцахом, с НКР. Потому что там явно идет, там есть какая-то схема требований, то есть что-то требуют, и то, что азербайджанцы, то, что они требуют и от Арцаха, и от Республики Армении, это не может не обсуждаться. Насколько этот процесс идет эффективно, мы видим, он не очень эффективно идет, потому что уже почти 2 месяца, как продолжается эта ситуация, возы и ныне там, но он как-то идет. Я, вы знаете, строго говоря, могу представить разные варианты. Вы спрашиваете, как скоро это кончится и каким образом это кончится. Да? Кончится может по-разному. То есть Армения и Карабах могут пойти на выполнение каких-то ультимативных требований, могут пойти частично на эти требования, могут не пойти на это требование. У всех этих вариантов есть разные выходы. Мне кажется, это не самое главное. Сиюминутно, конечно, это гуманитарная проблема, и проблема очень серьезная, открытие этого коридора для того, чтобы Карабах мог жить, попросту говоря. Да? Но мне трудно представить, что сейчас азербайджанцы будут способны перекрыть Нагорный Карабах таким образом, чтобы там все эти 120 тысяч человек умерли с голоду. Да? Вряд ли так произойдет. Давить они будут продолжать, но вот так вот прямо вряд ли. То есть рано или поздно можно представить, что эта проблема будет каким-то образом
разблокировано или стабилизировано. Но это, мне кажется, не самое главное, потому что это будет касаться только конкретной вот этой проблемы, которая есть сейчас. Угу. То, что делает Азербайджан, это не тактика, это стратегия. Перекрытие Нагорного Карабаха – это тоже не тактика, а стратегия, это принятое решение. И азербайджанцы это делают довольно последовательно. Собственно говоря, для этого они переносили дорогу. То есть вот требование перенести эту дорогу не через три года, или даже больше, чем через три года, да, как по соглашению, там должен был план быть готов за три года, а через два, ну это же не случайно происходило. Это происходило для того, чтобы вот было то, что есть сейчас. То, что отсутствует пятикилометровый коридор, который был обозначен там в соглашении и так далее, это все делается, это системное давление. Азербайджан давит на Арцах, да и на Республику Армения, я бы сказал, четырьмя способами. Первый способ – это дискурсивный, то есть то, что все время говорят из Азербайджана, включая президента, но и не только. Карабаха не существует, карабахской проблемы не существует, она полностью решена. Теперь слово «Нагорный» почему-то нельзя говорить, когда по-русски говорится, да, и тогда людей там практически нет, там осталось совсем мало, ну и так далее, и так далее. Вот это вот все. Это дискурсивное давление. Кстати, работающее зачастую внутри армянского общества. Второе давление – это дипломатическое. Напрямую Азербайджан оказывает дипломатическое давление. Не может, у нас нет дипломатических отношений, но через третье колено, так сказать, да, через Россию, через Европу, через Штаты, через Турцию, в общем, каким-то образом пытаться давить дипломатически. Это тоже происходит. Третье – это эскалации. Ну, у нас была последняя серьезная эскалация в сентябре, до этого была в августе, до этого была в марте и так далее. То есть время от времени случаются эскалации серьезного масштаба. Это способ давления, это очевидно. И четвертое – теперь вот это. То есть, если даже представить, что вот завтра ситуация с Лачинским коридором разблокируется в какую-то сторону, в хорошую сторону, да, он опять откроется, то это совершенно не означает, что эта стратегия будет отменена, что разные способы давления не будут применяться, что в частности и этот способ давления не будет применяться. Сегодня откроют, завтра закроют. Да, и так далее. То есть проблема не в том только, чтобы разблокировать вот сейчас, это, повторюсь, гуманитарная проблема, да, но чтобы сделать так, чтобы этого способа давления у Азербайджана не было бы, или он был минимизирован. А это сделать, мягко говоря, чрезвычайно сложно. Алиев прекрасно понимает и видит, что такого рода действия не приводят к серьезному давлению на Азербайджан в нынешней ситуации, и поэтому я не вижу никаких причин, почему бы им прекращать вот такого рода давление. Есть мнение, что у России недостаточно инструментов для давления на Азербайджан, и именно из-за этого блокада продолжается вот столько времени. Вы согласны с этим мнением? Ну, конечно, да. Дело в том, что, понимаете, там находится около 2000 российских миротворцев, 1960 по соглашению. Вокруг них стоят от 40 до 50 тысяч азербайджанских военнослужащих. Причем у миротворцев легкое стрелковое и там БТРы, легкая техника. А у азербайджанской армии под этими 40-50 тысячами, я имею в виду армию Азербайджана, все что угодно, от тяжелой техники до самолетов, ракет и чего угодно. Да? То есть в военном смысле, ну, это несерьезно. Более того, это несерьезно, даже если учитывать пограничников, которые находятся на территории уже Республики Армении, и даже если учитывать гюмрийскую базу, при той растянутости коммуникации, при Грузии между нами и Российской Федерацией и так далее. То есть в военном смысле, ну повторюсь,
это не очень серьезно. Но у миротворцев важен не военный смысл, важен флаг. Флаг там есть, да, это флаг все-таки постоянного члена Совета Безопасности ООН, ядерной державы, огромной страны и так далее, и так далее. Но вот то, что этот флаг несколько ослаблен, возбуждение, конечно, понимают, и причина этой слабости это украинская война и все, что вокруг нее. Россия сосредоточена сейчас в смысле форматов безопасности, ну, отнюдь не на Южном Кавказе, у нее совсем другие заботы, совсем в другом месте. Конечно, ну, понятно, да, это великая держава, и у нее вообще-то сил достаточно для того, чтобы со страной размерности Азербайджана мочь, как бы так вежливо выразить, взаимодействовать. Но представить себе, что русские танки начнут штурмовать со стороны Дагестана, севера Азербайджана, и русские там, я не знаю, что авианосцы подойдут к Апшерону и будут его обстреливать, невозможно, это несерьезно. Соответственно, то, что применяется, это политико-дипломатический инструмент. Это переговоры, это телефонные звонки, это различного рода ноты, это недовольство, которое выражается, это работа, ну, как любят в России говорить, дипломаты работают в тиши. Вот работа в тиши, да, ее не хватает. Ее недостаточно для того, чтобы надавить на Азербайджан. Инструментарий давления на Азербайджан отсутствует. Отсутствует, повторюсь, не в том смысле, что Россия не может в принципе давить. Россия, повторюсь, великая держава. Но в политике не хотеть и не мочь – это одно и то же практически всегда. И в этом смысле, ну, сегодняшняя Россия с тем комплексом задач, которые у нее есть, и с нужностью и Азербайджана, и Турции для России, да, потому что, ну, если посмотреть на западную границу России, на границу России с Европой, то она вся практически закрыта. То есть, ну, Украина тут говорить не о чем, Белоруссия сама под санкциями, под серьезными достаточно. Дальше Балтийские страны, дальше Финляндия, дальше Норвегия. Ну просто вот никуда. Та сторона, азиатская страна, то есть Центральная Азия, Китай и так далее, это путь в другую часть света, да, это не путь на запад, это так далеко очень. Соответственно, остается Южный Кавказ. Южный Кавказ – это Азербайджан и Путин из Азербайджана в Турцию. И Турция, Азербайджан – страны, которые для России важны и ценны. Под коммуникацией я имею в виду не только географию, география тоже, но и различные формы серого экспорта, различные формы, например, фактического экспорта газа, который происходит в Европу посредством Азербайджана. Это не прямые поставки, поэтому я говорю не через Азербайджан, а используя Азербайджан, да, азербайджанские возможности. Это коммуникации другого типа, скажем так. Это политическая коммуникация и так далее. То есть это тоже в России учитывается. В Армении не всегда понимают, ну, по крайней мере, широкие массы узкого круга, да, о том, что ну, то, что для Армении вопрос первостепенной важности, экзистенциальный вопрос, вопрос выживания Карабаха, это для Армении экзистенциальный вопрос. А для России это часть чрезвычайно широкой мозаики, причем не самая крупная часть, в которую входят и Турция, и Сирия, и взаимоотношения с Европой, и южные потоки, и так далее, и так далее, очень много чего. И вот в этой мозаике русские пытаются каким-то образом работать вот в те возможности, которые у них есть. А их, повторюсь, не хватает, потому что все то, что я вам сейчас тут рассказываю, конечно же, понимаю не только я, понимаю это в Баку. И соответствующим образом действуют. Вот признание армянскими властями Алматинской декларации. То есть, получается, власти Армении признают Карабах в
составе Азербайджана. На ваш взгляд, это не является государственным преступлением? Я не разговариваю такими терминами, в принципе. Государство, понимаете, есть такая фраза «хуже, чем преступление». Это было из французской истории. Это было хуже, чем преступление, это была ошибка. Речь идет о политических ошибках. Очень многие политические действия можно, в принципе, при желании считать преступлением, если исходить из другой реальности. Любая война есть грандиозное убийство, да, в нормальной жизни, в нормальной ситуации мирной – это преступление, а во время войны – это иногда геройство. Так вот, речь не о том, преступление это или нет, речь о том, что стратегия, согласно которой армянские власти пытаются изменить формат этой проблемы с тем, чтобы остались возможности в ней работать, в этой проблеме, да, путем юридической подмены, мы, дескать, признаем границы Азербайджана, но карабахская проблема остается. Так бывает в мировой практике. Ну, предположим, в общем, почти все страны мира, да, в общем, все, по-моему, страны, ну, за небольшим исключением, нет, есть исключения, признают Российскую Федерацию, но без Крыма. Почти все страны признают, за небольшим исключением, признают территорию Грузии, а Абхазию и Южную Осетию не признают ее частью. Да? И так далее. Там, скажем, Россия признает Японию, у нее их есть дипломатические отношения, и Япония признает Россию. Но, между тем, вопрос Курильских островов выпадает из этого признания. Как бы, да? Россия не готова об этом разговаривать вообще, по крайней мере, на публичном уровне. А Япония говорит, что эти острова, Южные острова Курильской гряды, они принадлежат Японии. Это, в принципе, если с юридической точки зрения подходить, с точки зрения международного права, ситуация, которая может быть. Типа мы признаем границы республики, Азербайджанской республики с нами, а карабахская проблема есть, и эта карабахская проблема – это проблема самоопределения народа Арцаха и взаимодействия его и официального Баку. Только проблема-то не в этом, проблема в том, что это не работает. Проблема в том, что Азербайджан любые возможности принятия того, что происходит, вот той ситуации, которая есть на земле после 2020 года, готов принимать и расценивать только с той точки зрения, что Нагорный Карабах должен стать территорией Азербайджана не только де юре, но и де факто. Стать территорией, причем речь идет об территории, армяне им не нужны, нужен Карабах без армян. И в этом контексте ты можешь предлагать другие варианты, любые, но если эти варианты невозможно каким-то образом применить, то это не работает, что и происходит. И вот по поводу недавних заявлений Лаврова о семи территорий вокруг Арцаха, очень много дискуссий было. Что-то он новое сказал, что вокруг этих территорий шли дискуссии о том, что их нужно сдать, и обсуждался статус Нагорного Карабаха. Вы знаете, министры иностранных дел редко говорят что-то новое. Конечно, те слова, которые он говорил, много раз в разных контекстах говорилось, в том числе официальными лицами Российской Федерации, в том числе президентом. Очень, да, болезненно как-то восприняло армянское общество. Знаете, вот я вам расскажу, и вам даже, зрителям нашим расскажу, да, что вот специалисты и неспециалисты читают тексты политические по-разному. Когда, например, текст читает просто человек любой, интересующийся политикой, или читающий чего-то, или даже не очень интересующийся, открывает газету или там какой-нибудь сайт, или включает телевизор, он, наверное, прежде всего обращает внимание на текст, на то, что сказано. А я, когда читаю текст, я первым делом обращаю внимание на то,
кем это сказано, на то, когда это сказано, на то, в каком контексте это сказано, на то, где и кому это сказано, от того, какое средство массовой информации, угу. надо по-разному относиться к этому, да? Кому это сказано, кто журналист, имеется в виду, ибо по-разному говорят политические деятели с разными журналистами. Какова динамика того, что говорится, что говорилось раньше. Когда это все ты пропахал, иногда бывает так, что текста можно и не читать, что все ясно и без него. Тут важен момент, а не то, что сказал господин Лавров. И те, ну я бы сказал, обиды, которые есть в Армении, они тоже ведь связаны с моментом. Это сказано после сентября, после сентябрьского обострения. Сентября, я имею в виду, довольно серьезного по масштабам нападения, собственно, на территорию Армении. А когда речь идет, собственно, о территории Армении, то, что Армения член ОДКБ, оно очень отражается на восприятии этого дела. Да? Ибо если это происходит в Арцахе, то вполне для русских привычно, для официальной Москвы говорить, что мы как бы не обязывались. Да? У нас вот Армения является членом ОДКБ, а Арцах членом ОДКБ не является, или там НКР, да? не является. То есть обязательств там у нас нет, а тут как бы есть. Да? И возникает недовольство, и на фоне этого недовольства возникает кризис. У нас явно существует кризис в российско-армянских отношениях. Мы его видели во время заседания ОДКБ, мы его видели во время отмены учений, которые должны были происходить на территории Республики Армения. Мы его видели в некоторых формах взаимодействия между элитами армянскими и русскими, но он налицо, он виден. И вот в момент этого кризиса эти слова, конечно, воспринимаются достаточно остро. То есть тут важно, когда и где, и кому, а не то, что, собственно говоря, сказано. Да? Тон, каким образом этого сказано, да, то есть мы видим некоторую раздраженность с российской стороны, мы видим некоторую ревность, это тоже часть того момента, в который это происходит, и тут уже не события в нашем регионе надо, не только на них надо смотреть, а надо смотреть на то, что, ну, Россия конфликтует с Западом, да, то есть война идет в Украине, собственно, боевые действия идут у России с Украиной. Но то, что конфликт гораздо шире, чем война, и что это прямой конфликт России с Западом, причем холодным его называть нельзя, это горячий конфликт, да, и это очень обостряет те чувства и опасения, и всякие там атавизмы, которые есть в России. Да, Россия чувствует себя осажденной крепостью. Любое посягательство кого бы то ни было, настоящее или не очень настоящее, на ту зону, которую Россия считает зоной своих интересов, постсоветское пространство, да, воспринимается чрезвычайно остро и ревностно. На это русские реагируют достаточно нервно. Весь этот контекст, в Армении другой контекст совершенно, да, а приход европейских наблюдателей сюда россияне воспринимают как вмешательство, да, вот как в ту раз зону. По поводу гуманитарной миссии хотела спросить, ведь были предложения отправить миссию ОДКБ, даже со стороны господина Лаврова, вот прозвучала вот возможность развертывания миротворческой операции ОДКБ, и при этом Армения как бы вот приняла решение принять гуманитарную наблюдательную миссию ЕС. Наблюдатели и миротворцы – это разные вещи. Наблюдательная миссия, наблюдатели – это мониторы. Это люди, которые приезжают, которые следят, наблюдают за ситуацией. И в случае, когда что-то случается, эвфемизм получился, когда происходит что-то, они
отслеживают и соответствующие документы представляют. Это в идеале. В реальности, вот у нас же была миссия, она 2 месяца работала. Это было 40 человек, очень немного, но и 2 месяца это не очень много. И она работала эти 2 месяца и наблюдала за ситуацией. Вот вы какой-нибудь документ по этому поводу вы видели? За эти 2 месяца что, ничего не произошло? Были нарушения ведь ситуации, где, как, каким образом и так далее. Теперь миссия более длительная, теперь там 100 человек, а не 40, что тоже очень мало. 100 человек на порядка 200 километров, и в общем это непросто все. Мне кажется, что такого рода миссия, любая, это хорошо, а не плохо. Любая. Повторюсь, какой бы страны это не были граждане, какой организации и так далее, чем больше будет такого рода интернационализации собой проблемы, тем лучше будет, потому что табуретка не стоит на одной ножке, да, нужно как минимум 3, а 4 еще лучше, там, ну и так далее. А если сделать 6 ножек, то уже получится не табуретка, а лежанка, на ней даже полежать можно, отдохнуть. Вот в этом смысле, чтобы у нее было много ножек, чтобы было много разных форматов, которые работают, это хорошо. Но русские к этому относятся достаточно ревностно и говорят о других предложениях со стороны ОДКБ. Однако этих предложений, сколько-нибудь конкретных, мы до сих пор не видели. То есть если бы они были, я не говорю о миротворцах, собственно, в Арцахе, да, если бы они были реальны, если бы они могли осуществиться за эти 2 года, то, наверное, что-то бы по этому поводу произошло. А вот эта вот миротворческая операция ОДКБ, которая может быть развернута за день-два, как говорил господин Лавров? Говорил, только он говорил это сейчас. Сейчас, а не тогда, когда Республика Армения стала подвергаться различного рода нападениям. А Республика Армения стала подвергаться такого рода вторжением практически сразу после окончания Второй Карабахской войны. Соответственно, если в этом формате получится и можно будет работать ОДКБ на этой территории, вопрос, а чем им мешают европейские наблюдатели? А европейским наблюдателям чем мешает наличие там русских? Они же есть там. А почему нельзя попробовать взаимодействовать? На самом деле вопрос риторический, потому что понятно почему. Потому что в другом месте у них проблематика серьезных расхождений. Но в принципе, если работать над этими проблемами, если работать достаточно выверенно и тонко и так далее, то в принципе, почему бы не сделать так, чтобы были разные форматы, и чтобы эти форматы между собой взаимодействовали. Но для этого хорошо бы иметь выверенную дипломатию и достаточно серьезную работу для этого проводить нужно. А вот позиция властей по поводу того, что решили не проводить на территории Армении учения ОДКБ, чтобы, так сказать, не вызвать недовольство Турции и Азербайджана. И также прозвучали такие мысли, что присутствие российских военных на территории Армении представляет угрозу. Как вообще вот это вот рассматривать? Как кризис в отношениях, как соответствующий тип риторики. Кстати, не оригинальный. То же самое произошло в прошлом году в Кыргызстане. Они отказались от учений, и причина похожая, только там еще все веселее. Дело в том, что речь идет о кыргызско-таджикской, ну, пограничной такой мини-войне, эскалации, столкновениях и так далее. Там оба актора являются членом ОДКБ. Тут у нас Армения является членом ОДКБ, а Азербайджан нет. А там обе страны члены ОДКБ. И там тоже у кыргызов была серьезная обида на это, и они точно таким же образом отреагировали. Опять же, я вернусь на пару вопросов назад о том, о чем я уже говорил. Тут проблема не в том, хорошо это или плохо, и как я отношусь к словам. По-разному к ним можно относиться. Тут проблема в том, что не работает. Можно ли изменить поведение Российской Федерации
И тем более ОДКБ, вот этой, всех этих стран отходящих, которые входят в ОДКБ, обидой и вот такого рода поведением. Ответ нет. Не изменится, ибо Российская Федерация в своем поведении по поводу того, что происходит в нашем регионе, руководствуется не тем, кто какое недовольство и с какой степенью истеричности высказал. Оно руководствуется интересами, возможностями, совпадением или несовпадением этих интересов с другими игроками, как внутри ОДКБ, так и вне их. То есть, может быть так, что ультиматумы, такие недовольства, обиды и так далее работают, если у тебя есть для этого достаточно силы для того, чтобы, если ты представляешь какой-то интерес. Вот там, предположим, что-нибудь такое время от времени устраивает Азербайджан. Но в его случае это работает. То, что Азербайджан сделает, блокирует некоторые действия, которые могли бы совершать российские военнослужащие, миротворцы. Да? Там, предположим, ну, ведь это блокада, это же наезд далеко не только, а может не столько на армян, это наезд на русских. Это проверка на слабо России. Это надавливание на красные линии, проверка, а вот это проглотят, а вот это проглотят, а вот столько вытерпят или не вытерпят. Но Азербайджан же от России ничего не просит. Азербайджан же не говорит России: придите, пожалуйста, и решите наши проблемы вместо нас. Азербайджан, строго говорю, говорит обратное иногда. Там по-разному говорят, но иногда они выходят на некий уровень откровенности, не из официальных иногда источников, а иногда из полуофициальных. Они говорят: убирайтесь, мы сами решим свои проблемы. Мы сами, там, я не знаю, очистим Карабах от армян, да, мы сами будем наступать. То есть вот это другая позиция. И в той позиции это может сработать. В той позиции, когда ты одновременно и чего-то в чем-то нуждаешься, что Россия делает, да, ну, в Арцахе, предположим, да, то, что физическую безопасность населения Арцаха от Азербайджана обеспечивают на сегодняшний день не армяне, а русские, давайте так широко скажем, да, и в этой ситуации вот эти вот действия, они просто не работают, дело не о том, хороши они или плохи они, или там... Как к этому может относиться там, какой-то человек, рассматривая на то, какие дискурсы. И дискурсы иногда бывают очень специфические, это правда. А речь о том, что это не срабатывает, нужно что-то другое. А вот эта позиция армянских властей, как вы сказали, некоторая обиженная, да, позиция, если я правильно поняла, она не совпадает вот с азербайджанской позицией, которые говорят, чтобы русские ушли из региона. Армяне не пытаются также вот вытеснить русских из региона, из Армении есть, да, также вот говорят, чтобы ушла отсюда российская база, заменить миротворцев на международный контингент. Ну, смотря кто такие армяне, я такого официально... Нет, я... Не чтобы видите, власти таким образом официально выступали, нет, я такого не встречал. Дискурсы в Армении, конечно, очень разные. И в общем и целом в общественном пространстве дискурсы о том иногда чрезвычайно, как бы так сказать, незрелые, я бы сказал, о том, что надо заменить, о том, что просто, чтобы Россия отсюда ушла, то, что говорят в Азербайджане, в Армении, ну для того, чтобы это говорить, ну, мне трудно представить, кем для этого надо быть, да? Речь идет о том, чтобы заменить. То есть вот это достаточно примитивная концепция, понимание, как угодно, непонимание. Вот политики как какой-то, ну вот у тебя вот два стакана, как у нас вот стоят, да, вот один из них с
вкусной водой, а другой с, не знаю, чем там, с невкусной гадостью какой-нибудь, да. И вопрос в том, чтобы просто выбрать из этих двух стаканов тот, который хороший. И взять с вкусной водой, и не взять с соляной кислотой, и пить ту воду, которую тебе надо, потому что вот поменять это. Так вопрос вообще не стоит. Ее нельзя заменить. Не потому, что кто-то плохой, кто-то хороший, а потому, что вот если говорить в реальном режиме. Окей, что такое замена? Во-первых, нужно иметь кого-то, кто хочет себя на эту роль предложить. Вот должен существовать в мире какой-то условный, я не знаю кто, там, Уругвай, или Голландия, или Скандинавия, или я не знаю еще кто, Франция, которая предлагает. Более того, она должна, это вот условно Аргентина с Сан-Марино, предложить базу вместо гюмрийской базы, предложить пограничников вместо русских пограничников, ибо все это составляющие безопасности, предложить миротворцев вместо русских миротворцев. Заменить это все надо в одну ночь. Потому что если будет временной лаг между уходом одних и приходом других, то понятно, что во время этого временного лага произойдет. То, что произошло в Адруте, в Кельбаджаре, в Лачине и так далее. Да, понятно, там не останется армян. И это должно быть договорено с Россией. То есть это должно быть соглашение вот этой самой мифической Антарктиды с России. Об этой замене в одну ночь Россия должна на это согласиться. И восклицательный знак, да, как, или вопросительный знак, да, Алиев у нас говорил, нет, восклицательный, кажется. И еще один знак препинания. Азербайджан на это должен согласиться. Азербайджан, который не соглашается даже на то, чтобы наблюдатели европейские находились на армянской территории, они по этому поводу, они не могут протестовать против этого формально, поэтому эти наблюдатели сюда и приехали. Но они даже на это не соглашаются, что, в общем, разумно с их стороны, я бы сказал. И, соответственно, вот это все сделать, чтобы еще Азербайджан на это согласился, и чтобы эти были люди, которые себя предлагают, или страны, которые себя предлагают. Ничего подобного нет. Представить себе такую операцию просто невозможно в реальной политической перспективе. Просто невозможно, об этом говорить несерьезно. Поэтому серьезно об этом говорить никто не может. Тот, кто об этом говорит, это либо люди, которые лукавят и говорят, исходя из каких-то других целей, уж точно не аналитических, а каких-то других, или люди, которые не искушены в этих вопросах в принципе. Представить себе, что можно попробовать дополнять, можно попробовать придумывать разные форматы, может быть, попробовать взаимодействовать с другими различными силами, это вполне можно, и это, в общем, и происходит в какой-то степени. Я не говорю, насколько хорошо происходит. Это по-разному бывает. Да? Но синдром разговоров о закупке вооружения у Индии, участившиеся контакты с Соединенными Штатами, наличие европейского формата разговоров о Карабахском конфликте, замороженного сейчас, но все-таки он существует, не распущен, наличие турецкого формата, да, то есть взаимодействие с Турцией. Все это не очень удается, не об этом разговор. Но наличие вот множественности этих форматов – это вещь, конечно, сама по себе неплохо. Наличие вот этих наблюдателей, которые приехали, это все вещи неплохие. Попробовать дополнить, попробовать рационально, а не истерично взглянуть на то, что происходит, это вещь хорошая. А вот так вот поменять одно на другое, ну, я не знаю, для кого это может говориться. И вот в конце прошлого года шли разговоры о возможном скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Даже говорили сроки, что возможно было до конца года. Сейчас в связи с перекрытием коридора и
вообще со сложившейся ситуацией вы видите, что в ближайшем будущем что-то будет подписано, и насколько исходит из армянских интересов побыстрее подписать какой-то мирный договор? Вы знаете, вообще-то иметь договор с соседними странами – дело неплохое. Вообще-то иметь границы, которые делимитированы, демаркированы и признаны соседними странами – тоже дело неплохое. Вообще-то иметь коммуникационные какие-то свободы, то есть иметь коммуникации через другие страны – тоже дело неплохое. То есть если говорить формально и, я бы сказал, глобально, то ну да, почему бы нет. Но дьявол-то в деталях, а тут не в деталях, а в деталищах. Что хотят азербайджанцы? Они не хотят просто коммуникации, они не хотят просто делимитации, они не хотят просто мирного договора. Они хотят конкретные вещи, они хотят договора, в котором будет черным по белому пунктом указано фактически в той или иной редакции о том, что карабахская проблема является внутренним делом Азербайджана. Это шаг к выводу российских миротворцев. Потому что если карабахская проблема – это внутренняя проблема Азербайджанской республики, то тогда зачем нужны миротворцы? Это внутреннее дело Азербайджана. Мало ли в Азербайджане каких-то там этнических меньшинств. Ну вот есть талыши, лезгины, русские, я не знаю, евреи. Около каждого из них же не стоит по миротворцу. Но есть проблемы там с правами этих людей. Но опять же, миротворец не стоит и не осуществляет права там, я не знаю, талыша на образование на его языке. Да? Или лезгина, или там кого-то еще. Соответственно, этот пункт будет означать то, что Азербайджан будет юридически, более возможно для него будет настаивать на том, что миротворцы были выведены. В такой варианте, но Армении трудно на это согласиться. И то, что происходило, ну, сентябрьское давление было про это просто-напросто. Далее, контроль над Нагорным Карабахом. Ведь что азербайджанцы говорят фактически? Да? Вот будет мирный договор, но этот мирный договор будет с Арменией. А в Нагорном Карабахе Азербайджан говорит о том, например, что Нагорный Карабах должен быть демилитаризирован. Первую часть этого требования, которое было зафиксировано в договоре 2020 года на ноябрьском, собственно, армия Республики Армения, она оттуда выведена, ее там нет. Они хотят, чтобы Карабах был демилитаризирован, чтобы в Карабахе не было своей армии вообще. А может на это пойти Арцах? Нет, конечно. Далее. Они говорят о том, чтобы контроль над внутренними какими-то, внутри Арцаха я имею в виду, процессами осуществлял Азербайджан. Например, да, вот идет разговор, что они говорят, да, вот из Скашенского месторождения вывозится концентрат. Это незаконно, потому что это недра Азербайджана. Это территория Азербайджана, это азербайджанские ресурсы, поэтому концентрат вывозить нельзя. У меня вопрос, а виноград можно? Угу. А пшеницу? А персик? А текстиль? А вино? А ввозить туда можно что-нибудь? Лекарства, например. А чем это отличается? А они не готовы разговаривать с Рубеном Вартаняном. Он очень плохой и нехороший. А все остальные члены избранного правительства Нагорно-Карабахской республики, они все хорошие, с ними Азербайджан готовится разговаривать? Ответ понятен. Ну и так далее. То есть дело не в том, что вот мирный договор – это слова такие. Но это же берется вот чистый лист бумаги, на этом чистом листе бумаги чего-то записывать. И вот то, что хочет записать на этой бумаге Азербайджан, это то, на что Армения и сам Арцах пойти не могут.
Надавит ли настолько, что придется уступать, не знаю, как будут давить. Но, в общем, это не то, что в интересах армян и Республики Армения, и Арцах. В регионе также наблюдается другое противостояние, напряжение. Это Иран и Азербайджан. На ваш взгляд, это может как-то перерасти в военный конфликт, военное противостояние? Мне трудно очень на тему говорить. Я не иранист, и за иранской политикой следить профессионально не могу. Я слежу за этим точно так же, как, например, вы или кто-то еще, да, просто читая какие-то материалы, которые подготовили какие-то коллеги, занимающиеся Ираном. Вообще иранская политика, мне кажется, чрезвычайно выверенная, чрезвычайно реактивной. Они пытаются всегда учитывать то положение, в котором находится Иран, достаточно сложное. И если бы это была более-менее нормальная ситуация, ну там, я бы сказал, что нет, мне трудно очень представить, что сейчас будет военный конфликт. Но ситуация вокруг Ирана чрезвычайно сложная сейчас, и она сложная, это не об Азербайджане разговор, она сложная в таком более сложном, сложная в сложном, опять тавтология, да, в некотором смысле, полицентричная, там есть и с Израилем проблематика, с Соединенными Штатами, с тем, что обычно называется коллективный Запад, и с Турцией все это не утихало даже, да, у них, и то, что в Сирии происходит, все вот это влияет на это. И чем это закончится, мне сказать, а тем более внутри Азербайджана есть некая проблематика, про которую мне вообще очень трудно судить. Поэтому не знаю, но в общем, мне кажется, что, представить себе, что иранцы начнут именно с Азербайджаном, именно сейчас воевать, мне не очень просто. Хотя, повторюсь, я не специалист. Александр Максович, большое спасибо за интересное интервью. Спасибо вам.